Всем здорово, с вами канал «Китаец отличился». Сегодня у нас в упаковку упал один пакет. Почта России, как обычно, не работает. Пакет этот пришел почтой Китая. Так, что сказать. Ну, как обычно, у нас подарок. Оценили в 3 доллара. Ну, примерно так он стоит. Ну и все, сегодня буду открывать таким беспонтовым ножом. Мой тесак, к сожалению, не со мной. Но, тем не менее, он вроде режет. Тут у нас пупырка. Тут у нас находится чехол. Как видим, Spirit. На не сильно старую модель LG. LG Spirit. Очень хороший аппарат. Вот такой вот он изогнутый. И чехол под него. Кстати, запаха такого неприятного нет. Также был пакет транспортировочный. Ну, вот, розничный. Так можно торговать. Такие вот. У нас магниты. Магниты очень хорошие. Тут уплотнитель, видимо, чтобы не поломался. Не поломалось это место. Все есть царапано. Ну, не страшно. Тут, в принципе, будет стоять телефон, так что ничего такого. И телефон вот очень хороший. И чехол для него тоже довольно ровная строчка. Да, повсюду никаких нету ниток, не торчат. Тут какая-то грязь прилипла только маленько. Внутри то же самое, то есть ниток никаких нету. Довольно плотный такой чехол. И телефону будет в нем комфортно. Вот маленькая строчка, это само собой там где-то нитка завязывалась. Ссылку на этот чехол я оставлю под видео. Также рекомендую подписаться на мою группу ВКонтакте, в которой я выкладываю те товары, которые я заказываю с AliExpress, тех продавцов, которые мне нравятся, которые более-менее себя показали и можно с ними работать. Также в личку принимаю сообщения, ну, по подбору для вас определенного какого-то товара, чтобы вы могли сами заказать его, ну и чтобы я подобрал лучшую цену. Всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч.